Отрабатываем зону надпочечника в субъективно дозированном режиме. Как найти проекцию надпочечников? Находим угол лопатки. И находим проекцию 12-го ребра. И точка пересечения 12-го ребра с перпендикуляром, опущенным с угла лопатки, это зона надпочечников. Отрабатываем область надпочечников. Возвращаем энергию прибора к исходному уровню, который был на шейно-воротниковой зоне. Затем отрабатываем левый надпочечник трижды, скользя по проекции надпочечника. И отрабатываем правый надпочечник таким же образом. Все, что необходимо знать о работе с прибором сканер, найдете в книге «Лечимся дома». Авторы максимально доступно и просто рассказывают о том, как пользоваться прибором. В книге описано большое количество методик, которые будут эффективны в каждом конкретном случае. Данное издание может быть рекомендовано как для домашнего использования, так и для профессиональной работы врачей, которые начинают свой путь в сканер-терапию.